Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, недельная глава Шафтим. А Шафтим — это уже запах вот Рошашана, запах того суда, который скоро предстоит. Шафтим говорит о многих вещах. Первое, нет случайности. Так называемые случайные явления, они не случайны. И через них проявляется божественное влияние на мир. Да? Воздаяние человеку за добрые и злые дела. И поэтому, когда вы смотрите, что происходит вокруг вас, в вашей жизни, надо понимать, что все это не случайно. И вот тогда глава Шафтим представляется нам более интересной, потому что там описывается, что будет, если ты сделаешь так и что так. Но есть начало главы очень важное здесь. Судей и стражников поставь во всех вратах своих. Объяснял Любавичский Рэбе интересную вещь, это известное очень толкование, но я на всякий случай объясню. Первое предложение он объяснял таким образом. Образ человека можно представить в виде города. Всеми делами в городе управляет градоначальник. В человеческом организме это мозг. Да? Он управляет телом. Также есть работники умственного труда, физического труда. У человека есть органы, которые выполняют умственную, физическую работу. Итак, судей и стражников поставь. Где поставить? У всех отверстий своих. Какие отверстия? Вот, например, глаза. Необходимо знать, куда можно смотреть, куда не нужно смотреть, то противопоказано. Надо думать об этом. Второе – это рот. Рот необходимо хорошо проверять, что ты кушаешь, что пьешь. Ну и что произносить, а что не надо произносить. Когда, может быть, стоит промолчать. Вот это вот очень важная вещь, которую надо начинать хотя бы с сегодняшнего дня до Рош ха-Шана думать об этом. Рабби из Котска сказал, что, к сожалению, так повелось, что сначала люди учатся говорить, потом писать, читать, а затем думать и лишь потом молчать. По правде говоря, порядок должен быть совсем другой. Вот этому порядку мы стараемся выучить. Третье – это что? Уши. Не всегда следует слушать, когда что-то говорят о другом человеке там, или еще глупости какие-то. Четвертое – это обоняние. Лучше удалиться от того места, где плохо пахнет запрещенным, нечистоплотным. И во всех этих вратах еще должен быть судья, чтобы правильно оценить ситуацию, написано, и принять правильное решение. И охранник. То есть мы многие иногда принимаем, вот я буду учиться, я буду то-то-то. А где охранник, который заставит это сделать? Мы, к сожалению, сила воли и все остальное иногда не срабатывает. Мы сами должны стать этим охранником. Глава Шафтим очень важная глава. И, знаете, сегодня в воскресенье у нас майса обычно, потом я хочу рассказать одну короткую майсу. Ну, старая тоже известная. В одной деревне жил очень мудрый человек, и вот многие жители приходили к нему, чтобы послушать его советы и так далее. Но молодежь, она же всегда немножко такая ядовитая. Вот ребята решили над ним подшутить. Говорят, ведь он никогда не ошибается. Пробуем проверить. Взяли бабочку и договорились так, будем держать ее между ладоней. И спросим мудреца, что у нас в руках, живое или мертвое? Если он скажет живое, раздавим бабочку и покажем, что она мертвая. А если он скажет мертвое, выпустим бабочку и покажем, что она живая. И радуясь своему замечательному фокусу, они пришли к старику, там говорят, уважаемый, там, смотрите, вот у нас тут в руках мертвое или живое, что вы... Старик посмотрел на них, ответил, это зависит от ваших рук. Вот так и в нашей жизни, все зависит от наших рук. Человек верит, исполняет заповеди, поскольку хочет выбрать путь ближе к Богу, немножко ближе к духовности, который убирает свое «я». Знаете, вот мы недавно читали, когда Моше Рабейну сказал «Я стоял между вами и Богом». Но мудрецы читают это несколько иначе еще. «Я стоит между нами и Богом». Вот есть Бог, есть мы. И вот это наше раздутое «я», оно очень часто мешает его видеть. Поэтому еще раз, живые или мертвые мы, зависит от нас. Когда человек верит в Творца мира и обретает вечную жизнь, он становится живой. Когда человек идет пагубной дорогой, когда он не видит вообще в этом мире ничего, кроме материального, ну, результат такой. Нам обязательно надо сделать именно сейчас правильный выбор, потому что от Шафтим до Рош ха-Шана осталось всего ничего. Браха ве ацлаха.